Друзья, всем привет! Сегодня у нас в обзоре крутяцкий ноутбук, действительно крутяцкий, и этот ноутбук от Розетки UA. Я попытаюсь сделать распаковку, обзор этого ноутбука и попытаюсь найти его, наверное, плюсы, минусы, ну, если получится, конечно. У него, конечно, больше плюсов, чем минусов. Собственно, пойдем по порядку, по каждой железячке, по каждой комплектующей. Итак, ноутбук пришел очень быстро. Заказали, и через 2 дня, вуаля, Розетка доставила его к нам. Ноутбук идет вот такой вот коробочке. Дальше я уже его распаковывал, дабы посмотреть комплектацию и все ли с ним в порядке при доставке. Сами понимаете, дело важное. Итак, ноутбук идет вот такой вот коробке. Эту в сторонку убираем. Вот такой вот запакованный он красиво. Могу сейчас показать. Вот такая вот коробочка. Да. Далее. Что мы имеем? Сам ноутбук. Вот такой вот он красивый. Давайте сейчас поговорим о этом ноутбуке. Давайте его откроем. Маленький, красивый, новенький. Ух. Итак. Это Asus. Легендарная серия зенбуков. Почему легендарная? Да потому что, по-моему, все зенбуки в свое время, они, ну, были на высоте. На высоте железа, на высоте комплектации. Ну, действительно, это круто. Это очень одна из самых дорогих версий зенбуков. Именно эта модель одна из самых запакованных. Ну, круче... Я не знаю. Короче, у него мало что есть. Есть пару нюансов, но о них попозже. Значит, это Zenbook UX430UQ. Полная модель GV055T. Вот такой вот симпатичный ноутбук. Значит, он. Диагональ его 14-дюймовая. Full HD 1920 на 1080. Он, экран его матовый. Это, ребята, очень важно. Действительно, когда ты сидишь на улице, на лавочке, на природе, да, просто на солнце, на балконе, глянцевый экран, ну, будет очень сильно отражаться, и вам придется искать, где бы зайти в тенечек, как бы посмотреть. Матовый экран, таких проблем нет. Далее, процессор этого ноутбука. i7-7500U. Ну, скажем так, для такой маленькой железячки, честно скажу, процессор крутой. Загрузить вам его, конечно, ну, придется постараться. Это вам будет тяжело. Оперативная память этого процессора 16 гигабайт. Ребята, вдумайтесь, 16 гигабайт для такого малюсенького ноутбука. Это классно, честно. DDR4 с частотой 2133 МГц. Да, комплектация у них бывает разная. Бывает 8 гигабайт, как бы чуть попроще, бывает 16. Добавить ее сюда не получится. То есть все, что идет уже по умолчанию. Система здесь стоит. Лицензионная Windows 10. Ну, понятно, на такое железо, по-моему, грех не поставить последнюю операционную систему. Экран, еще раз повторюсь, 14 дюймов, Full HD, 1920 на 1080, матовый. И он не тачскриновый. Вроде бы как бывают модели, не буду углубляться, но этот в данном случае обычный экран. В нем нет жесткого диска, в нем стоит твердотельный SSD-накопитель объемом 512 гигабайт. Это круто, честно. Бывает и меньше. Бывает и на 256, повторюсь, комплектация. В данном случае 512 гигабайт. Дальше. Привод здесь, естественно, отсутствует. Вес такого ноутбука, ну, он переносной, он действительно, он маленький. Можно его назвать нетбуком. 1,3 килограмма. Клавиатурка в нем довольно-таки эргономичная. Она удобная. Легко нажимаются клавиши.
клавиатура идет с подсветкой, а это очень важно. Также на нем присутствует веб-камера, встроенный микрофон, стереодинамики Human Cardon, сканер отпечатка пальца. Ну, по-моему, сейчас это уже и на телефонах, и везде. Вот здесь присутствует сканер отпечатка пальца. Дискретная видеокарта GeForce 940 MX объемом памяти 2 гигабайта и выделенной памятью GDDR3. Естественно, на нем есть Wi-Fi в режимах А, Б, и присутствует Wi-Fi режим AC, собственно, самый последний, ну, Bluetooth 4.1. USB здесь, начиная от 2.0, заканчивая 3.1 тип C, по разъемам. Вот он, USB, мини-HDMI, комбинированный 3,5 мм наушники, микрофон можно подключать. С этой стороны мы видим слот для карты памяти, еще один USB. Спереди, сзади ничего нету. Он действительно маленький, удобненький, поместится в сумочку, да куда угодно. Вот можно посмотреть, какой он есть. Батарея у этого ноутбука трехячеечная, 50 Вт в час. Собственно, этого ноутбука производитель говорит, что ее может хватить порядка 10 часов. Я утверждать не буду. Ну, сомневаться в этом тоже мало сомневаться. Скорее всего, так и есть. Дальше давайте посмотрим по комплектации этого ноутбука. Собственно, сам ноутбук идет. Пока в стороночку его. Далее. Далее идет очень удобная сумочка. Я видел в предыдущих, ну, скажем так, через серию ниже зенбуки. У этих зенбуков сразу же, вот что бросается в глаза, здесь видите липучка, которая закрывается, вот она, и вот. Там была кнопочка магнитная. Ну, минус не минус, а, скажем так, может быть, так даже и удобнее было. А сейчас не знаю. Ну, стороночку. Дальше идут два адаптера. Один адаптер — это HDMI, и второй адаптер, ну, через microHDMI, естественно. И второй адаптер — это через USB 3.0 сетевая карта. Кстати, здесь производитель не указал. Ну, я так подозреваю, что это гигабитная, скорее всего. Идет гарантия, идет руководство пользователя с ним. Далее. Также идет зарядное устройство и проводная мышь. Вот такая простенькая. Asus решил побаловать своих пользователей. Обычная проводная асусовская мышка. Собственно, все. В комплектации больше ничего нету. Этот ноутбук еще ни разу не включался. Он новый абсолютно. Дабы сделать обзор. Дабы показать, насколько это классно. Да, я очень важную вещь не сказал. Цена вопроса этого ноутбука 38999 на розетка.ua. Так что, если кому интересно, пожалуйста, ссылки будут в описании. Переходите, приобретайте себе замечательную такую вещь. Цвет этого ноутбука Grey Metal. Бывает еще Royal Blue. Ну, собственно, это очень цвет подходит для этого ноутбука. На ощущение, он железный, естественно, на ощущение действительно приятно, не маркается. А это очень важно, когда ноутбук переносной и когда его переносишь, то ты, естественно, часто его трогаешь, часто куда-то что-то ставишь его, то он не маркается. А если он маркается, ну, это очень неприятно, как минимум, для глаза. Вот такой вот маленький, вместится в сумочку, как и женский, так и мужской вариант. По характеристикам он очень сильный. Ну, я еще раз повторюсь, i7 16 гигабайт оперативной памяти, 512 гигабайт SSD. Это круто, честно. Это просто жесть. То есть все ваши выборки, все ваши хотения, что вы хотите здесь запустить, он все выполнит. Так что вот как-то так. Переходим, приобретаем. Если вам понравился обзор, ставим лайки, подписываемся на канал Bizon Nick. Дальше будет интересней. Пока.